Приветос, амигос. Вчера на стриме от команды проекта были презентованы два новых премиумных танка, входящие в коллекционные электронные издания. Если кто-то вдруг не в курсе, что такое электронное коллекционное издание, объясняю. Это когда к уникальному премиумному танку, то есть именно уникальному, не из ветки прокачки, когда его красят в новый камуфляж и дают ему премиумный статус, а именно уникальный премиумный танчик, который вы больше нигде не получите, кроме как купив это издание, либо выиграв его в каком-то конкурсе. Ну так вот, это когда к этому уникальному премиумному танчику в довесок наваливают всякие дребедени, типа премиум аккаунта, денег, там иногда какие-то бусы. Я не знаю. И попутно, естественно, завышают таким образом цену, что с одной стороны вроде бы и выгодно, сразу ты получаешь и премиумный танчик, и премиумный аккаунт, а с другой стороны, если у тебя что-то из этого уже есть, если у тебя денег завались, премиум аккаунт куплен еще там на несколько лет вперед, то тебе нужен только танчик, а покупать приходится весь набор. В данном случае для того, чтобы стать счастливым обладателем премиумного танка 7 уровня М60-2000, вам придется отлистать 2000 рубасов из своего бюджета. За этот лавандос вы получите в нагрузку к самому танку премиум аккаунт на 30 дней и 4 миллиона кредитов. Итак, что же за танк вам предлагают купить за 2000 рубасов? Это экспортная модификация танка М60, на шасси которого водрузили башню от М1А1 Абрамс. Танк предполагалось продавать в бичевских странах, у которых нет денег на то, чтобы закупать у Америки Абрамсы целиком, но теоретически есть деньги, чтобы покупать его башню на платформе от старого танка. Данное предложение должно было показаться привлекательным тем странам, которые и так являлись операторами М60 до этого. Однако на конкурсе модификации танка М60 в Турции данная машина проиграла М60Т Сабра, израильской модификации танка М60, после чего также слилась и на конкурсе в Египте. В итоге то, что отказались покупать турки и египтяне, теперь предлагают приобрести вам. Если говорить о платформе от М60, то ее апнули. Во-первых, в нее поставили новый движок, так что этот танк разгоняется по ТТХ, по крайней мере. Вот не по ощущениям, а именно по ТТХ. Он разгоняется быстрее, чем Абрамс 8 левела. Во-вторых, не знаю как в реале, но по крайней мере в игре платформе увеличили броню. Однако она даже с увеличенной броней совершенно не выдерживает выстрелы даже от танков 6 левела. Также, поскольку танк является премиумным, он имеет льготный уровень боев. В том случае, если онлайн позволяет вас закидывать к 6 левелам. Что опять-таки не совсем плюс, потому что 6-ки вас пробивают точно так же, как и 7-ки, плюс ко всему на 6 уровне, в отличие от 7-го, есть в наличии арта. А казалось бы, да, башня от танка 8 левела приехала хоть и на дерьмовой платформе, но все-таки в бой к 6 левелам, вот она победа, вот он нагиб и хрен там плавал. Стоит только высунуть свое хиленькое тельце из-за какого-нибудь камешка и вам тут же напихает. Как мне в этом бою. Ну давайте проверим, на что способна машина за 2000 рубасов. Давненько я не делал лайв-записи боев по танкам, придется седыми мудями потрясти, в смысле тряхнуть стариной. Ну вот, повезло частично с льготным уровнем боев, попало, ну, где-то 2/3 команды из 6 левелов, однако, что я вижу, у нас и Т-80 никакие не премиумные находятся в бою с 6 левелами. Как бы, что, тут льготные бои сейчас от онлайна зависят, а не от того, прем у вас или не прем, это мало кого волнует. Вон, у них тоже Стингрей, Визер. Не, может у них, не, может это, конечно, из набора танчики, сейчас посмотрим, вот это впереди. Т-80 едет. Блин, тут туман, как в Silent Hill. Я просто не понимаю, что там. Вольф, не Вольф. Не, обычно жирным шрифтом же раньше писали, если... Ну, хрен его знает. Какая сейчас конъюнктура. Ну, так вот, танчик, в общем-то, ездит быстрее, чем, слава богу, чем 60А3, чем Starship и прочие пылесосы, сделанные на этой убогой платформе. Но... Все равно не успеваешь ты на нем, невозможно успеть занять на нем выгодную позицию. А выгодная позиция этому танку нужна. Такая позиция, с которого его УВН довольно, ну, лучший, говорят, УВН. Хотя, по-моему, у XM1 раньше такой же УВН был. Вот, невозможно успеть занять такую позицию, чтобы реализовывать игру от башни. Просто не успеваешь ты туда доехать. Вот на некоторых картах, на многих, вот на больших особенно. Вот на таких, как вот это. На какой-нибудь там тихой реке можно успеть, да. Вон, приезжаешь уже там... 80-ка уже стоит. И чего? А должен был там я стоять, теоретически. Вот, пожалуйста, вот арта проснулась. Уже.
единственная арта, блин, нашла меня и по мне кидает. То ли потому, что пресс-аккаунт, то ли потому, что она считает, что у меня танк самый опасный здесь, наверное, из всех. Я хрен узнаю, что. Ну, может, потому, что она стоит там по прямой. Черт, вы поймешь. Вот, она вроде барабанная. Снаряд сюда кинула, второй куда-то туда полетел. Зачем она это делает? О. Вот она, 80-ка показала днище. Я через кусты опять-таки не вижу, из набора она, не из набора. А если из набора, то, по-моему, из набора киндер-сюрприз только если. Так, я бы вот, честно говоря, здесь был бы и рад перевалиться немножко, башню свою подвытащить и пострелять. Но там арта, вот может я ее отсюда увижу. Обзор говно, конечно, как обычно. Опа. Ну, естественно, естественно, без сведения. Танк, блядь, современный не может попасть в цель, которая стоит от него в 50 метрах. Вы что? Нахрена вообще нам нужны эти танки? Давайте на мечах сражаться, господи. Ну, посмотрите на эту точность. Да, и он ждет, что я к нему реально под два ствола туда поеду, что ли? Ну, естественно, выстрел от Т-80, это, блядь, почти 650 урона практически. Естественно, это очень больно. Дырки, отверстия я, правда, не вижу от снаряда, куда он попал, непонятно. Ну вот, команда не успела занять этот излом, но он вообще-то к ним и поближе, к тому респу. Поэтому я там уже вообще не нужен, чё тут можно поделать, ну. Блядь. Ладно, я просто молчу. Я просто даже не хочу ничего говорить. В очередной раз, когда самый современный танк. Ну, ладно, в принципе. Да, возможно, и моя косость. А когда вражескому танку попадаешь в ствол. В ствол. Снаряд попадает в ствол. И ствол не краснеет. Нет, он желтеет. Но он как бы погнут, но еще не сломан. Вот, блядь, недостаточно выстрела Абрамса, да, который вообще недавно был самым современным танком самой демократичной страны. Сейчас, правда, там уже другие модификации в топе. Но недостаточно вот мощно вот он по стволу попал этой ИТ-шки, чтобы ствол этот сломать или отломить, критануть его. Почему вот до красного не сломать? Но почему желтый? Я вот не понимаю. Ладно, если арта фугасными осколками ствол повредила, он может пожелтеть. Но тут снаряд прямым попаданием ударил в ствол. Ну сделайте вы его крит красным, господи. Нет, желтенький. Желтенький и хватит. Красный Мандемс не смог прийти. Желтый. Ствол будет желтый. Ой. Ой. Чудо, что я успел свестись и вообще хоть в кого-то выстрелить. 2,7, по-моему. 2,7 секунды. Сводится, сука, этот танк 6,8. Заряжается, блин, вот на самый-самый-самый-самый последний момент он успевает что-то там пердеть, попадать. Если ветер у снаряда попутный. Можно на сведение заточить. Ой, боже ты мой, нет, только нет. Куда пробивается там в этом патче? Ай, хер его поймешь, куда она пробивается. Она то пробивается туда, то сюда, блядь. Я не знаю, там разработчик еще не решил, какой должен быть танк Меркава. Меркава он должен быть или Меркава. Еще не решили. Вот когда решат, тогда я заучу его зоны пробития. Пока они меняются нахрен. О боже. Нет, нет, нет. Ну, смотрим, смотрим, смотрим. Куда, 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 куда? В лючок, конечно же. Господи, люк мехвода, наше все. А меня можно легко и просто под башню шотнуть, но Меркава тоже. Как и я, ее видит меня впервые, наверное, я не знаю. Что это она сейчас меня выстрелила? А, пробила, не пробила. На ходу, естественно, нет. А, рамбанул. Тут же арта по мне. На, забрали Меркаву. Но я стою хоть и под крышей, но как бы недостаточно под крышей. Ремонта у меня уже давным-давно никакого нету, поэтому... Полное очко. О боже, как он сейчас не пробил меня, я не знаю. Полную жопу фугасов мне накидали. Я, естественно, успею развернуться и встретить его лбом, но я вам говорю, что это хер мне что даст. Нет, он просто... Он мне сбил гусли. Посмотрите, какой... Какой молодец, какой... На тебе, ёпта.
Лопни нахрен. Удача, просто удача. Надо богам фортуны, надо рюмашку поставить. Это пипец. У пацана, наверное, сейчас бомбануло, как у его танка. Он, наверное, сейчас уже Сатурн пролетает на пердаке. Ну, вообще. В этой игре очень редко взрывается боеукладка. И когда она бабахает в такой момент, когда, ну, он бы меня в борт сейчас убил. У него дамаг позволяет забрать мои оставшиеся 560 здоровья, насколько я помню. Особенно, если кумулятив зарядит. А в борт этот танк кумулятивом пробьется вполне. Не, он Т-72А у него... Ну, может быть, оставил бы мне петюлю жизни, там, шанс на реванш, так называемый. Ну, смотря чем бы выстрелил. Остановимся на этом, что смотря чем. И мог бы и убить. О. Ой, с критом... Ну, даже с критом 562, пушкой 8-го левела, ну, ни о чем. Но в то же время у нее пробой от 8-го левела, по крайней мере. Вот, пробой вот точь-точь, как у топового снаряда «Абрашки». 470. Вот спрашивает, норм или нет. Смотри меня по ящику, чувак. Даже если бы этот танк был просто... Нет, он, понимаете, 2000 рублей. Вот 2000 рублей. В армате никогда таких цен раньше не было. Не, ну премиум издания, с другой стороны. Вот если бы он просто за голду продавался, он бы не стоил 2000 рублей. Думаю, полторашка, наверное, была бы. Ну, 2000 рублей даже. Ну, премиум издания, хрен с ним, да. Вот 4 миллиона денег, это не та сумма. Ее за 4 дня можно нафармить самой вялой игрой. И месяц према, который там 500 рублей стоит. Ну, да, вот если вам нужен месяц према и прем-танк, одновременно стоит покупать. Наверное, стоит. Но за 2000, конечно, это должна была быть имба. А имбы, ну, здесь нету. Танчик с крепкой башней, с точной пушкой 0.4. У меня сейчас точно посмотрим, кстати, ТТХ. Ну, за 2000 я просто, играя на геймпаде, просто гнуть все живое, мне кажется. 5700 урона кое-как накидал в бою с 6 левелами. Денег с премиум-аккаунтом и бустом на... Где бусты-то сейчас тут? Смотрите. К деньгам буст у меня 25% всего лишь от не первого вида в день. Но все равно, даже под бустом 400 тысяч. Дело в том, что этот танк, он как бы подсасывать дамаг должен, да? Он, ну, в ближних боях он... Сдохнет очень быстро, он такой подсосник. А подсос дамага никогда особых дивидендов не приносит. Особой прибыли у этого танка никогда не будет. Поэтому, ну, 2000 рублей опять-таки это издание. Значит, что я в него поставил? Давайте откроем. ТТ-хец от 0.32 до 6.1, видите, у него 6 секунд до 32 км в час. В то время как у Абрашки... А сейчас мы посмотрим, а у Абрашки что? 7.15. А у него, по-моему, у меня не топовый движок даже. Ну, давайте топовый поставим. 7 ровно будет секунд, видите, смотрите. А, 6.86. Вот как топовый движок. Но вообще там новый движок вроде разработали для М60, вот этого 2000. Так, куда он делся? Я его потерял. Где мой Тирион? Я буду звать его Тирион Ланнистер. Потому что у него, ну, голова большая, корпус маленький. Итак, естественно, само собой... Орудийный затвор, это вообще всегда, в первую очередь, когда вы видите огневое гнездо на своем танке, туда, по-моему, надо ставить по любасу орудийный затвор, потому что разброс и скорострельность. Ну, естественно, в боевое отделение надо ставить ту херню, которая у вас больше всего здоровья вам добавит, хромированный ствол, тоже исключительно с целью максимального разброса урона у Абрашки, смысла качать нету. Посадила сюда Мирамона, ну... Как бы, ну, скорострельность и опять-таки разброс. Что еще? Кого еще надо сюда сажать? Ну, и экипаж у меня днище донное. Потому что у меня на экипаж что-то как-то не выпадают из коробочек удачи нормальные бусты, там, золотые. Опять серебряный жетон командир. Ну, вот жетон командира, я не знаю, командир теперь прокачивается. Мне кажется, скоро понерфят прокачку командира, чтобы был смысл в этих жетонах, потому что вон они лежат, как бы, и нахрен не нужны. Вот. Вот такие статы имеет эта тачка. Я не знаю, зачем у разработчиков на стриме постоянно просили показывать им брони. Кому вообще, зачем вам эти цифры миллиметража? В люк мехвода пробиваются все танки на свете. Цельтесь. Благо в этой игре довольно быстрое сведение. В принципе, неплохая точность при максимальной сводке. Полностью пробивается корпус. Я думаю, что 7-го левела танки будут даже в ЛД его мочить под башню. Вообще заходит как член в рукомойник.
прости господи, ну а в башню при таких раскладах и смысла-то нет стрелять. Понимаете, даже камень такой здоровый и такой удачный трудно найти, из-за которого будет вылезать только ваша башня. Но если нашли, то за него прям вставайте и пользуйтесь ситуацией, не знаю. Так, ну давайте еще, наверное, боец, что ли, с катанем. Предгорья. На предгорьях на танке с хорошим УВН, естественно, надо ехать на вторую, на первую и вторую линию туда, на эту шишку. Вот с той стороны, с того респа особенно было бы классно, я думаю. Ну, естественно, можно тоже попробовать. Ну, реализовывать УВН тут больше, в общем-то, наверное, особо-то и негде. А его надо реализовывать, потому что, ну, главный козырь этого танка, это вот, решили, что УВН. УВН. Я не знаю, если вот раздавать таким образом козыри, то мне кажется, что у леопардов должна быть стабилизация. После того видоса, где на стволе провезли кружку пива, ничего не расплескав, леопард должен быть, наверное, одним из тех танков, которые стреляют в этой игре на ходу точно. Вот он должен вообще вот просто вот, вот я не знаю. Но он вообще, я не знаю, я до сих пор не прохавал фишку леопарда в этой игре, что он быстрый, что ли. Ну, обалдеть. Тоже мне ЛТшка нашлась. Естественно, никто не хочет светить. Сюда же приехал челленджер. Да, к 7 левелам кинул. Вот обратите внимание, льготный уровень боев. Я 4-й бой на этом танке, по-моему, играю. Вот 2 раза попадал к 6-м, 2 раза к 7-м. Арты нет, ну можно стоять нормально. Но когда-нибудь арта появится, имейте в виду, что... Я думаю, что временно отсутствует арта на этом левеле. Не видать. Не видать. Вот не поехали сюда враги. Они вот поняли, что... О! Очень долго сводится. Вот, по-моему, очень долго сводится. Вот, мне кажется, что вместо хромированного ствола... я пробовал вместо хромированного ствола ставить приблуду на сведение, но... там какие-то опять сотые секунды там выигрываешь. Десятые, может быть. Но не очень-то, короче. Нету вот этого прямо огромного... Огромной супер разницы в цифрах во время сведения. А в точности хотя бы, ну, вот на единичку она точнее становится. Поэтому, ну... Опять же, не у всех прокачана всевозможная техника, и у кого-то чего-то просто нету, поэтому... Так или иначе, на танк будут люди ставить то, что у них есть. Поэтому какая к черту разница? Что им советовать? Ну, вот не качали они вот эту арту, допустим, да, европейскую арту. Нету у них там вот этой хрени. Где они ее возьмут? Ну, вроде сейчас, кстати, на каких-то танках вот эта хрень с арты. Ну, может, кто-то какие-то танки не качал. Ну, короче, вы поняли, суть... Суть в том, что команда сейчас ни хрена ничего не светит, и больше тут торчать смысла я не вижу. Если команда не светит, ну и отлично, сидите. А может и не может она и не может светить. Может бедный Стингрей там сидит под шквальным огнем, перекрестным высунуться не может. Но, собственно, какая, да, пресс-дно, конечно. Танковать не... Вот эксперт, вот обратите внимание. Человек с ником HAH2232, мне кажется, он что-то знает об этой жизни. Он знает, что челленджер танкует отлично, поэтому надо на нем лезть в задницу без мыла. И М62000 тоже, собственно, король брони. Должен ехать туда же, куда едет челленджер. Поэтому, если увидите в бою этого человека, едьте за ним. Он знает окольные тропы, он нагибает. Тем более, что наша команда вот слева вот вообще не... А, он еще жив. А, нет, это не... он сдох. Ну да. Как же... Умер сам, потому что я в этом бою для того, чтобы учить других, а не играть. Показывать класс. Так. Откуда? Никаких казов на этом танке нету. Поэтому, когда в вас летит ПТУР, напрягайте булки. Сейчас. Киса, держите пенсне. Сейчас нас будут бить. Не подождала ИТ-шка, когда я высунусь. Ох ты, блядь. Вырвалась. Прости, господи, где такая женщина? Не часто видишь, как из Т-80 вылетает тур в твою сторону. Ну вот, вот она классная ситуация для этого танка. Когда ты с подъема атакуешь высоту. И просто высовываешь свою башню. Все стреляют по ней. Потому что, ну, твой корпус вяленький, они не видят, хиленький. Опа. А вот это не очень. И он уже разворачивается. Не-не-не-не-не, челик назад. Вот таким макаром высоту не возьмешь. Так, а счет 7-10 вообще ни разу не в нашу пользу. И сейчас они уже поедут. Нет, я даже не знаю, что делать, потому что там сзади будут наваливать. Опять то ли рикошет, то ли хрен его знает что.
мы так щедры не будем. И просто в борт Т-80, который сделан из фантика от конфеток, судя по своей прочности, мы впихнем ему снаряд. Что еще мы здесь видим? Мы видим, что сзади померла вражеская БМП. Хрен бы с ней. Так, попробуем опять с высоты. Ой, какой УВН шикарный. Ой, какой шикарный. Но не настолько шикарный, чтобы я сейчас стрелял по Т-80, не перевалившись полностью сюда. Ну, давай попробуем. Там. Нет, нет, нет. План дерьмо, план дерьмо. Нет, план был хорош, но, к сожалению, просто точности не хватило этой машинки. Бздыньк. Вот не знаю, куда сейчас Чентавр. Куда выстрелил Чентавр, но он не попал. Не знаю, кому там еще надо, блять. Но он не вовремя звонит. Вообще не вовремя этот человек, блядь, решил нахрен позвонить. Вообще пошел в жопу, блядь, где спрос нахрен. Блять, вот из-за этого мудозвона, который там сейчас названивает, блядь, я просто нахуй огребаю. Потому что одной рукой я, блядь, вырубал этот ебаный телефон. Т-80, блядь, наплакали НЛД, конечно, наплакали, блядь. Конкретно НЛД, куда он? На, нахуй. Что, думал, от меня бегать будешь? Ну, хоть Чентаза. Нет, рикошет! Нет, никакого рикошета. К сожалению, никакого рикошета. Да, но я бился как лев. Набил 3600, ну... Что мог. Прям все отдал. Все положил на алтарь этого боя, плюс, блять, еще это звонок ебучий. Ну так вот, 5600 в одном бою с 6 левелами, да, а когда до 7 дел дошло, сразу 3600. Ну, на 7 левеле, потому что теперь здесь, ну, доминируют уже совсем другие танки. Дамаг у них, даже не в том, что они пробивают, а в том, что дамаг уже совершенно другой залетает в эту машину. Вызов, такое название, и он шкерится. Клан Вызов шкерится в речке за камнями. Потрясающе. Хочется спалить его позицию. Да. Зрелище, достойное богов. Однако, кстати, почему-то после боя оказывается, что я настрелял все-таки 430, а не 3 сколько-то там, как было в игровой статистике. Хорошо, что я подождал. И причем еще даже разведданных набил. Да, ну да, как обычно. Но все же знают, что я-то играть не умею, что есть-то вот есть чуваки, которые вот прям умеют, а я-то вот прям вот не умею. Поэтому я вот из этого танка вот смог вот, хоть и оказался два раза на первом месте, но смог вот столько-то вот всего-то лишь после своих-то вот этих перерывов накидать. При этом за два боя я денег получил чистой прибыли, наверное, 1500, ну 600, не 600, нет, ну что. Меньше. Какие тут? Какие? Где же? Вот это уже чистая прибыль, да, высчитана? Ну-ка, подробно. Ага. С учетом премиум 329. Это после всех минусов или что? Итоговая награда с учетом премиума 329 тысяч. Да, так здесь и написано. Нет, не так здесь написано. Вот 329 тысяч я здесь... За два боя лупанул, за один бой лупанул, за второй, ну, поражение, правда, тут поражение, не победа, поражение. 169, ну, около 500 тысяч, да, за два боя. Ну, седьмой левел, фармит хорошо. Если будете выигрывать, в принципе, будет фармить хорошо. Но 2000 рублей, опять-таки, вот 2000 рубасов, я не знаю, ну, для каждого человека сумма 2000 рубасов, это как бы по-разному классифицируется. Для кого-то вообще не деньги, а для кого-то это ого-го. Это какая-то часть от зарплаты, поэтому думайте сами. Ну, танчик, я вот просто свое мнение говорю, что он, ну, не нагибаторный. Вот вообще не нагибаторный. Не то, что вот вы, как раньше, там, на челленджеры сели, гашетку в пол, там, или на ариете едете, просто плюхи раздаете на ходу. Нет, тут такого не будет. Тут придется играть от башни, от хитрости, там, я не знаю, и от скилла, грубо говоря. То есть занимать грамотные позиции. Ну, играть на нем как на ИТ-шке. На очень-очень заметной ИТ-шке, которая вот как раз тут рядом и стоит. Вот прям вообще. У этой даже, кстати, и дамаг побольше. Вот, танк, на котором играть как... Не, ну, с другой стороны, у него есть бронированная башня.
У ИТ-шки ее нет. Ну, от башни. От башни. Играть от башни. Вот умер ваш друг, вы подъехали к его корпусу. Желательно, чтобы у вашего друга еще боеукладка рванула и башню сорвала, чтобы она улетела. И он был на таком же высоком танке, и вы от его корпуса, за ним спрятавшись, вели огонь своей башней. Что-то типа вот этого предполагается. Ну, плюс еще УВН хороший. Играть комфортно. Если бы у него чуть-чуть брони было, если бы они не на корпусе от М60 делали этот танк, а на чем-нибудь там, я не знаю, более пристойном, в плане защиты, было бы вообще хорошо. Потому что, ну, танчик более-менее средне-быстрый, башня крепкая. Короче говоря, на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. А покупать ли премиум танк за 2000, ну, думайте сами, смотрите сами. На этот вопрос за вас никто ответ не даст. Все, адьё, чуваки.